Дорогие выпускники, от лица городской родительской общественности поздравляю вас с окончанием нового учебного года. Желаю вам новых успехов, новых достижений, новых побед. Будьте счастливы, идите к своей мечте. Мы, родители, вас очень любим, всегда вас поддержим. Для нас вы самые лучшие, самые счастливые, самые активные. У вас все получится. Поздравляю вас. Поздравляю вас с успешным окончанием обучения в школе. Сейчас для вас самый прекрасный период в жизни. Это время дерзаний и открытий, полета мечты и поиск своего места в жизни. А главное время, когда все кажется возможным. На выпускников школ сегодня возлагаются большие надежды. Ведь успех молодых сегодня – это залог стабильности и процветания города и страны в будущем. Желаю вам не останавливаться на достигнутом и всегда идти только вперед. Успехов вам в реализации намеченных планов и успешного поступления в учебные заведения. Милые, любимые наши дети, теперь уже выпускники. Вот и подходит к концу ваше детство. Как быстро вы повзрослели. Сегодня мы, ваши родители, наблюдаем за вами с восторгом и грустью. С восторгом, что наши дети повзрослели, стали более самостоятельными. С грустью, что вы покидаете стены школы и родительское гнездо. Впереди у вас взрослая, самостоятельная жизнь, в которой придется принимать непростые решения. Мы надеемся, что эти решения будут правильными. Пусть та дорога, которую вы выбрали, ведет вас обязательно к успеху. Мы желаем вам удачи на экзаменах, хороших результатов. А сегодня для вас звучит последний школьный звонок. Добрый путь! У вас начинается новый этап жизни, в котором вы и только вы будете нести ответственность за все ваши мысли, действия и поступки. Мы надеемся, что все ваши мечты и желания непременно сбудутся и реализуются, что все ваши цели, которые вы поставили перед собой сейчас и будете ставить в течение всей жизни, будут вами успешно достигнуты. А мы, родители, мы хотим сказать, что мы вас очень сильно любим и всегда будем поддерживать во всех ваших начинаниях. И уверены, у вас все будет хорошо. Поздравляем вас! Дорогие учителя, позвольте поблагодарить вас за наших детей. В это непростое для страны время ваш труд особенно важен и заметен. Низкий поклон вам за ваше терпение, любовь и знания. Ребята, сегодня вы покидаете свою школу. Только от вас зависит, как сложится ваша жизнь. Мы вас верим, пусть у вас все получится.